Чотири пожери відбулися у лясних масівах Могилівщини на огромній площі біля 5 гектарів. Основна причина, кажуть рятувальники, – недбальність чоловіка. Ми бачимо основною причиною – це все-таки непонимание людей тех последствий, которые могут привести какие-то неосторожные, необдуманные действия. Самое главное, мы говорим сегодня о том, как правильно выстроить комплекс мер по недопущению данных возгораний, по их предупреждению, тем самым минимизировав последствия данных проблем. На попередживание надзвичайних ситуаций зараз стоят найновшие технічні распрацовки. Так, для лясной господарки закуплены вот такий квадрокоптер. Дозволяет, так бы мовить, патрулювати лясный массив и оперативно выявлять могчимое узгорання у любой его кропці. Лесхозов у нас всех 13. Соответственно, поставлен в Кличевском лесхозе этот квадрокоптер уже есть, вот продемонстрирован здесь. Значит, остальные 12 лесхозов должны приобрести этот квадрокоптер до 1 июля. То есть в каждом лесхозе по одному будет квадрокоптер. Под час демонстрации техники первый наместник старшини облвыконкома Олег Чекида отзначил, что такому обсталеванию можно найти додатковое применение. Вот это реальные резины, да? Даже порядок посмотреть в городе, есть или нет. Облетел город за одну минуту. Вот в данный момент он находится на высоте 50 метров. И видите, какой обзор прекрасный. А вот коли пожару подбегнуть не отрымалось, на допомогу может прийти тяжкая техника. В этот комплекс разворачивается литерально за несколько хвилин и поспехово может справиться с пожаром любой складанности. И таких станций в области 10. Про то, что пожар лучше попередить, чем разбираться с его наступствами, зрозумело, але по словам специалистов, одной теории часом недостатково. Только с початку года в области ликвидованы 348 пожаров, 29 человек загинули. Павел Савицкий, Александр Тарасов, новини региона.